Вопрос. Когда желательно вставать для вступления в обязательную коллективную молитву? До чтения икама или же после завершения икама? Наидостоверным мнением мазхаба имама Шафии является, что желательно вставать на совершение коллективной молитвы после полного чтения икама. За исключением тех случаев, если этим самым мы упускаем другую сунну, то есть не успеваем занять место в переднем ряду, или же если мы не успеваем произнести вступительный такбир вслед за имамом. Валлаху а'лям.